Друзья мои, всех приветствую. Вот что делать, если дачный уличный туалет перестает нормально работать? Давайте предположим, что у вас там нет бетонного дна, как это положено по санитарным нормам. Вы активно используете бактерии, причем не просто сыпите биопакетики в выгребную яму, а оживляете их, как это делаем мы. Бактерии активно работают, все там поедают, но тем не менее, вот тот активный ил, который они... ну, скажем так, испражняют. Потихонечку-потихонечку все закупоривает, и септик, ну, дачная выгребная яма, под туалетом начинает переполняться. Вот что делать в этом случае? Вы скажете, ну, тогда нужно вызвать илоотсос. Приедет осенизатор, сделает свою работу, и все будет хорошо. Окей, друзья мои, осенизатор приехал, сделал свою работу, но все равно значительная часть тяжелого ила осталась на дне. Проблему это не решило. Что тогда? А вот в этом случае, друзья мои, я рекомендую запастись терпением, употребить немного джека, ну или какого другого напитка, который доставляет вам радость. Ну и приступить к работе, собственно. Ну что, мои хорошие, давай, забирайся. Пора уже спать. Давай. Да не мешаю я тебя, не мешаю, давай. Приношу свои извинения за беспокойство, давай. Давай. Вот кто мне говорит, что надо меньше сделать пролеты? Все у них хорошо. Прекрасно поднимаются. Обычная лестница. Вон они прыгают, как в гнездо. А тут вообще пролет ерунда. Давай, давай, поднимайся. Вот они любят там себе местечко выбрать. Хорошо им.